вот мы гуляем по Германии, и рядом с нами расцвела вот такая прекрасная магнолия. И мы, конечно, хотим ее нарисовать. И вот эти цветы магнолии, они настолько красивые в своем расцветании, что нам надо показать и профиль цветка, и сзади цветок, и, возможно, еще и вот так раскрытый цветок, который вот прям смотрит на нас тычинкой и пестиком. Вот. Но больше всего мы хотим в этой картине по горизонтали показать воздух, который окружает эти прекрасные цветы и это прекрасное дерево. Посмотрите, как оно выглядит. Вот оно, витиеватое. Вот. И, конечно, мы эту магнолию будем помнить весь год. Цветы весны 2023 года особенно красивы. Они нас вдохновляют на то, чтобы создать мир цветов в живописи, в графике. И эта выставка в количестве, может быть, 25 картин и графики может путешествовать по всему земному шару. Например, поехать в Торонто, в Канаду. Например, поехать в Жаверни и там засвидетельствовать свое почтение к Клоду Моне. А также нам самим она доставляет огромное удовольствие.